Всем привет! Ну что, день второй, полет нормальный, как говорится. Вы видите? И такое впечатление, что они там даже чистят улей. Это я для тех, кто разбирается, да? Похоже, даже чистят. Да. Что-то они задумали. Что задумали, я понять не могу. Осень. Может, у кого-то на чердаке живут и просто решили сюда перебазироваться. Но сложно сказать. В принципе, может быть и тепло, еще все. И успеют перелететь, не знаю я. Для меня это прям вот, что называется, прям тайна. Непонятное. Причем во всех летают. Абсолютно. И здесь тоже. Да? Но здесь нижний литок не видно, чтобы они что-то чистили. Но вот в этом они реально прям вот... Вот видно, что они его чистят. Потому что здесь ничего не было. Да. Ой. Там у меня другие дикие животные. Вот, пожалуйста, тоже мимо пошел. Товарищи. Боже мой. Дети. Каких только нет. На любой вкус, правда? Так, ну мы идем смотреть, что там. Ой. Ну я правда, честно, я не хотела. Бабушка говорит, тебе еще пчел не хватает. Ну я правда не хотела. Я просто решила подкормить. Ну ведь просто же. Смотрите, а везде пчелки появились. А то прям как-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, а что здесь-то происходит, мама дорогая? А здесь-то прям вообще... Я банку убрала, налила вот... Ой-ой-ой-ой-ой. А налила на рамке вот этот мед, потому что он какой-то такой, мне показался он тягучий. Да вы посмотрите. Ой-ой-ой. Что здесь-то происходит? Вот это да! Ой, ребята. Да. Мне надо было это все весной сделать. Тогда, может быть, кто-то и заселился бы. Но тут прям все серьезно. Тут прям все серьезно у меня. Ну ладно. Ну ладно. Видимо, действительно голодные такие, раз так вот напалит на все это дело. Слушайте, а я вот с утра, вот на этой вот рамке, я прям здесь ее полностью полила. Они все съели. Молодцы. Правда, он шершень летает. Шершни это... Это такие товарищи, которые реально... Они же хищники. Они охотятся на пчел. Да, надеюсь, вам видно его. Большой такой летает между банок. Да. Тут серьезно все. Ну что? Ну что я вам хочу сказать? Будем наблюдать дальше. Интересненько. Правда? Вы посмотрите, я даже не знаю, попытаюсь вам поближе. Вы представляете, какое количество их здесь летает? Да. Ну что, прекрасно все. Разведчики, раз, я так понимаю, сработали прекрасно. И сюда прилетели ребята кормиться. Вон они везде.
пчелки. Теперь надо по дорожкам спокойно ходить аккуратнее, потому что они реально вон и по дорожкам везде ползают. Да. Ну ладно. Будем наблюдать дальше. Буду потом вам вас держать в курсе дела. Снимать буду. Ой-ой-ёшечки. Вот прям вот эту рамочку сейчас взять, туда поставить, но в улей. Но дело в том, что здесь же получается, сейчас я посмотрю. Ну да, все равно здесь не один вид пчелы. И желтенькие есть, карника есть, это или как она правильно называется. Да. Ну ладно, пусть едят. Наблюдаем дальше. Ну чего? А пока-пока.